урока. Здесь уморили вас за два урока? Или нет? Да! Уморили? Замучили? Да! Нет! Тогда еще раз поздоровайся. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вот это сучка. Посмотрели подушки? Снежок навело! А как снежок хрустит? Отлично! Ну что, отправляемся в путешествие? Да! Кто это такие пришли? Ну, спускайтесь сюда! Кто такие? Откуда взялись? Мы из сказки. Так, давайте-ка разгадывать. Вот этот вот мальчик из какой сказки? Незнайка. А это кто? Мальвина. А вот этот вот мальчик? Гномик. А из какой сказки гномик? Пришли. Так, посмотрели. О, что я вижу? Там в середине лесная речка. В середине, посмотрите. Она... Thank you.
елочку, снеговика, дерево снежное. К нам в гости пришла Людмила Ивановна. Вот сейчас остаемся на своих местах. Она вам покажет чудеса, которые может творить мелочек на бумаге. Пошевелили пальчиками. Да, волшебные вы сами и ваши ручки. Я хотела бы вам сказать, внимательно посмотрите, что же сейчас будет вот на этом простом белом листочке, кто же родится. Вот понаблюдайте. Кстати, вы видели внизу у нас в фойе великолепные, кто там вас встречает? Снеговики великолепнейшие. И посмотрите, как рисуется снеговичок. Потому что он будет один у вас сегодня, да? Такой праздник у него сегодня, как и у вас. Классик. И очень он любит так морковочку, нарезать. Чего не хватает? Смотрите, как лапки рисуются. А еще чего не хватает? Хвостик. Хвостик. Посмотреть каждую из ваших работ. Поверните ее, сядьте. Великолепно, чудесно, молодцы. Я очень довольна вами всеми. Я когда обходила, я видела. Знаете, ребята, я напоследок хочу, чтобы все из вас сказали спасибо сегодня своим родителям за их заботу.